Ну, что-то... Не знаю, мне кажется, я нейтрален тут. На бел, да. Но я по настроению уже болею. Не, ну Егор хотя бы очко утешительное выпьет. Третью там не сольют. Не, ну я за реглов. Если запотеет, он их двоих. Ника все-таки совсем мертвый. Иногда старания не... ничего не делают. Наоборот, уйти в закрытую игру. Нормально. Его вам главное не терять.
главное потерять. Он был хитовый, и он попал с арбалета, потом хитанул Винчестером, и шел уже. Догоняют. Хорк. Все, еще пару серий догоняли. Эйрл любит разгоняться медленно. А противник расслабится уже. Уэйла скорость быстрее, чем у Акта. И более точечно. Он, походу, вместе с собакой дела сделал. Да, счет не очень.
рашить. Лучше как дрил. С шариками там чем-нибудь. Магнум явно не надо сейчас лидирующее оружие ставить. Хотя бы так. Вообще специально его ловит. А вот его выбегут. Прощают. Против Альфа с такой игрой, конечно, не выйдет. Ну, Альфа предлагалось на выбор Пустая и Чачу, и кого-то еще. Он выбрал Чачу. И потом Куст, он проигнорил приглашение. Я его звал. Чачу. Я думал, он бы не стал. Джен она бы заруинила. Она бы даже не пришла, наверное. Как Фишер, давай сыграем кап. Взял сейчас. Да никто не тебя не кикает, никто тебя ничего не кикает.
Ты сам летаешь? Ну, Ника, кстати, собрался. Это более-менее еще. Видишь, они еще без связи играют. Егор на связи, а его да. Ну, я и говорю. Но в прошлую игру я ему хотя бы говорил, что делать. Сейчас молчит. Хотя Ник его один хуй не слушал. У меня другая телефон. Но на моем видении он его не слушал. Потому что он не держал ТП. Он был все время внизу. Ника, в принципе, важно, так и делает. Сейчас надо. Все сравняли. Идеальный баланс, пока. Там опыт берет свое на тебе. 10-летней давности. Егор, это скилл, по сути, набрали меньше, чем год прошел. Бля, ну, извините, надо было нажиматься. Сейчас, если они там Ника. А, Ника здесь. Бля. Пиздец. Опасно. Сейчас хуяк, это добавочное время. Эйл сейчас попил. Да, там стрела была, пиздец, чёрт. Какая? Лакерная. Red Team wins. Нормально.